Последний звонок. Вот главное событие. Сегодня как минимум для каждого 10-го жителя края. Сегодня в 118 школах Красноярска прозвенели эти такие грустные и трогательные звонки. Гостем одного из праздников стал Эдхам Акбулатов. Мэр рассказал, что посещать подобные мероприятия для него задача государственной важности. Почему, знает Надежда Семендяева. Сегодня в актовый зал никто не торопится. Этого дня выпускники ждали давно, но все равно к последнему звонку оказались не готовы. Вроде бы веселый праздник, вокруг танцуют и поют, а мысли о разлуке заставляют печалиться. Да и организаторы праздника от волнения сами ведут себя как школьники. Также мы говорим слова огромной благодарности нашим гостям. Однако, несмотря на волнение и эмоциональное напряжение, немногие современные школьницы позволяют себе плакать. Все держимся, накрашены, ведь тушь растечется, что еще больше плакать придется. Гостем последнего звонка в гимназии номер 15 стал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он рассказал, мэру очень важно посещать подобные мероприятия. Я уверен, что большинство выпускников, нынешних выпускников красноярцев, свяжут свою жизнь с городом Красноярском. И пройдет совсем немного времени, и именно сегодняшние выпускники будут принимать решения о будущем города Красноярска. Везде нужны кадры, это и инженеры, это и люди рабочих специальностей, это и творческие профессии. Учителя поддержали мысль главы города и рассказали, что нынешние выпускники очень талантливы и запросто смогут найти свое место в любой сфере. Мы уверены в том, что они хорошо сдадут у нас экзамены, хорошо пойдут во взрослую жизнь, потому что ученики гимназии 15 показали себя с самой лучшей стороны. Последние звонки сегодня прозвенели в 118 школах Красноярска. С педагогами простились 6 тысяч учеников. Этот выпуск социологи Красноярска уже называют уникальным. Он очень мал. Например, в этой школе вместо 100 учеников выпустилось всего 29. Но это последний год так называемой демографической ямы. Уже в следующем году отсюда будут выпускать 3 класса. Надежда Семендяева, Сергей Леонов, новости.